Итак, продолжаем по поводу спортивно-прикладного фехтования. Значит, в конце 30-х, начало 40-х годов стало понятно специалистам по рукопашному бою, что необходимо, во-первых, вывести фехтование на штыках в отдельную дисциплину. Во-вторых, необходимо было, скажем так, решать вопросы, связанные с применением ножа в рукопашном бою. И в-третьих, надо было найти систему спортивно-прикладной подготовки для того, чтобы быстро и очень эффективно готовить специалистов по рукопашному бою. Булочка и специалисты, такие как он, увязывали все это с фехтованием, и поэтому очень сильно занимались, скажем так, спарринговой подготовкой в защитном фехтовальном снаряжении с имитаторов ножей. Но война внесла свои коррективы, и если с фехтованием на штыках более-менее было все понятно, были четко разработаны правила, были проведены, ну, скажем так, множество турниров, и там все работало. Просто из комплексного соревнования по рукопашному бою, где было прохождение полосы препятствий, метание гранат, выполнение специальных упражнений, вычленили непосредственно фехтование на штыках, и уже соревнования проводились исключительно на фехтовании, по фехтованию на штыках, то фехтование на короткоклинковом оружии, наподобие ножа, застопорилось, остановилось в связи с войной. А после войны все предложения специалистов по методике рукопашного боя тупо были отвергнуты. Система Советского Союза дала крен, началась деградация. Было высказано такое мнение, что раз мы победили в войне, то все у нас замечательно. И так как на тот момент из спортивных дисциплин с прикладным уклоном было, ну, максимально прописано и было на вооружении, значит, НКВД борьба самбо, то в принципе все начало строиться на борьбе самбо. Все, скажем так, разработки, направленные на спортивно-прикладные соревнования, связанные с коротким клинковым ножом, свернулись. Еще оставалось некоторое время фехтования на клинках, но к началу 70-х годов и оно как бы ликвидировалось. И такой замечательный раздел, отдельный раздел фехтования в Советском Союзе, как спортивно-прикладное фехтование, потиху умер. Но в наше время, после всех вот этих вот перипетий, связанных с перестройкой, с лихими 90-ми и прочим, мы в нашей школе, ХОРТ, и коллеги по Республиканской ассоциации боевых искусств подняли вопрос о том, что надо возрождать данный вид фехтования именно в контексте рукопашного боя. Вы посмотрите, что происходит на улице. Так или иначе, каждый второй, скажем так, конфликт заканчивается тем, что пускают в ход нож. Где-то и огнестрельное оружие. Но нож, просто вот посмотрите в интернете ролики, это просто бич нашего времени. Нож, мачете стал символом устрашения. И в достаточно таких, ну, скажем, экономических развитых странах в том числе. Поэтому уважающий себя
рукопашник, человек, занимающийся системами самообороны, просто обязан заниматься изучением ножа, просто обязан заниматься спортивно-прикладным фехтованием. Почему именно спортивно-прикладное фехтование? Ну, потому что мы можем в соревновательных поединках с сопротивляющимся противником отработать какие-то тактические схемы, наработать чувство дистанции, наработать технику блокировок, противодействия ножу. Если мы научимся, а спортивно-прикладное фехтование дает нам такой шанс, научимся хотя бы на долю секунды сдерживать атаку с ножом, перенаправлять нож в другую сторону, уходить корпусом с помощью ног, уклоняться, чувствовать, значит, определять возможные сектора атаки, то эти секунды, которые мы выигрываем, они могут нам даровать возможность противостоять ножу, забрать этот нож и в конечном итоге победить в рукопашной схватке, что, согласитесь, уже немало и стоит того, чтобы заниматься спортивно-прикладным фехтованием. Мы считаем, это наше мнение, что невозможно противостоять ножу, не зная, как он действует, не зная, на каких скоростях он действует, и не зная, как человек с ножом в руке может вас атаковать. Естественно, спортивно-прикладное фехтование не подразумевает ножевого боя. Мы работаем на имитаторах холодного оружия. По сути, это спортивные снаряды. Спортивные снаряды, которые имитируют палку, дубинку, короткую палку, длинную палку, значит, ну и, соответственно, клинок. Клинок может быть любого размера, это может быть имитатор мачете, это может быть имитатор короткого ножа, длинного ножа, неважно. Важно то, что динамика соревновательной практики путем переноса навыка может нам послужить хорошую службу подготовки к рукопашному бою. Мнение мое, возможно, неправильное и неверное. Всем спасибо, до свидания. I'm gonna go get some more.